доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Если готов, можем идти. Идем. Осмотрись, если хочешь. Я тебя догоню.
Местность тут дикая. Будь начеку. Ага. Репортером был? Нет, просто увлечение. Thank you.
смотри! Привет, песик. Валим отсюда!
Все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины,
прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно.
Принес? Прошу к столу. Ну что, вздрогнем? Ровной дороги нам, Петрович. Идем, Петрович. Скоро до города доберемся. Ночью ничего не заметил. Тут кострище еще дымится. Кто-то здесь был совсем недавно. Хорошо бы проверить дом. Здесь был совсем недавно. Хорошо бы проверить дом.
Ах, черт! Канистру свистнули. Отлично. По коням. Скоро до города доберемся. Стрелки ты идешь, тебе ближе. Здесь раньше обслуживающий состав ходил, материалы доставлял.
Да, когда-нибудь зарастет тут все, и если на ноги не встанет. Чтобы не скучать.